Здравствуйте, это программа «13 минут». Сегодня будем говорить об охране труда. У нас в гостях Сергей Остапцов, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Краснодарском крае. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Охрана труда – это такая система, благодаря которой можно сохранить жизнь и здоровье трудящихся. Что необходимо знать работодателю об охране труда на производстве и какие условия он должен своим сотрудникам создать? Ну, в первую очередь работодателю необходимо знать основное, что это, что жизнь работника, его здоровье, оно бесценно. То есть в первую очередь необходимо обеспечивать безопасные условия труда для всех работников. Ну, а потом отсюда вытекает все остальное. То есть платить за труд, предоставлять отдых соответствующие, ну, обеспечивать соответствующие условия труда для работников. То есть там комплекс мероприятий большой, но это основные тезисы такие. Какие нарушения появляются чаще всего, встречаются? Чаще всего, ну, опять мы делим все эти нарушения, которые выявляем, на две составляющих. Первое – это технические вопросы, вторая – это организационные. То есть в части охраны труда обычно технические вопросы связаны с безопасной эксплуатацией оборудования, с различными моментами, связанными с технологическими процессами. То есть и нарушения, собственно говоря, из этой же стези. То есть здесь у нас идут либо неисправное оборудование, то, что мы выявляем в ходе проверок, либо это рабочие места, которые не соответствуют требованиям безопасности, ну, либо ряд моментов, близких к этим вопросам. Вот вы сказали в ходе проверок. А как проходят эти проверки? Можно ли как-то сравнить, знаете, ну, с работой, допустим, полиции либо Следственного комитета? Есть что-то схожее? Ну, опять, проверки у нас, наверное, не очень они похожи на те, которые осуществляют правоохранительные органы, потому что у нас немного меньше методов для проведения проверок. И они у нас регламентированы отдельным федеральным законом. То есть у нас четко по закону расписаны все наши действия, за рамки которых инспекторский состав выходить не может. А опрашиваете свидетелей, как-то проверяете оборудование? Ну, по части обращений, да. То есть там, где обращения либо проверки связаны с вопросами охраны труда, то в этих случаях мы, конечно, опросы проводим работников, непосредственно тех, которые на этом оборудовании работают, и места рабочие проверяем, то есть фиксируем, какие там есть соответствия, нет соответствия. То есть эти вопросы все потом в акте проверки отражаются. То есть все равно проходит расследование, значит, все-таки вообще что-то есть. Вот если работник наемный является свидетелем того, что работодатель умышленно постоянно нарушает правила техники безопасности, куда ему нужно обратиться? Ну, во-первых, если работник свидетелем становится, что работодателем определенные требования нарушаются в отношении этого работника, я бы на его месте в первую очередь свою работу приостановил до приведения рабочего места в соответствии с требованиями условий труда. То есть почему? Потому что любое нарушение может повлечь за собой несчастный случай на производстве. И не факт, что это не произойдет с конкретным работником, который свидетелем этих нарушений стал. Если человек видит, что в его отношении, либо в отношении других работников на его предприятии допускаются какие-то нарушения требований охраны труда, в первую очередь, конечно, может обратиться к нам. То есть либо в электронном виде, либо в письменном виде написать обращение, расписать конкретно, какие он видит нарушения, в чем считает, что его права нарушены, ну и направить наш адрес. И дальше какой алгоритм действий? Как назначается проверка или как это все происходит? Ну, в первую очередь, все обращения, которые к нам приходят, мы их рассматриваем на предмет соответствия. Почему? Потому что сейчас жестко законом регламентирован порядок проведения проверок, и не все обращения служат основанием для проверки. То есть обращение может быть в электронном виде без подписи работника. Мы уже не можем провести проверку по этому обращению. Мы ему можем дать разъяснение, но проверку не можем провести, потому что законом это запрещено. Сейчас любое обращение, дабы избежать анонимок различного рода, оно должно быть либо подписано работником, то есть рукописно написано, напечатано на машинке, допустим, на компьютере, либо в электронном виде подано с помощью аутентификации того, кто подал это заявление. То есть либо через сайт госуслуг, либо через, ну, есть несколько таких информационных ресурсов, где можно обращение подать и себя идентифицировать. То есть через идентификацию такое обращение, когда в электронном виде подается, оно подлежит рассмотрению в установленном порядке. То есть будет являться основанием для проверки.
Во всех остальных случаях, ну, к сожалению, обычно работникам пишем о том, что электронное обращение не может являться основанием для проверки. Ну, предлагаем обратиться в другом варианте, чтобы можно было узнать, кто этот работник. То есть вы не отказываете, вы просто показываете направление, как правильно это сделать. Потому что таких обращений у нас, ну, процентов 20-30 всегда идет, именно таких, на которые приходится просто заниматься отписками, потому что они не могут являться основанием для проверки. Ну, давайте рассмотрим случай, когда все оформлено правильно. Вы проводите проверку, и нарушение действительно есть. Какое наказание ждет такого работодателя? Ну, опять, классификация наказания, она идет в двух направлениях. Есть нарушения, связанные с вопросами трудового законодательства, есть нарушения, связанные с безопасными условиями труда, то есть с требованиями охраны труда. Соответственно, у нас две статьи основных в Кодексе об административном правонарушении, по которым мы привлекаем к ответственности, ну, допустивших нарушения работодателей, предпринимателей. Классификация стандартная, то есть есть у нас вопросы, связанные с заработной платой, отдельные нарушения, отдельное наказание. Есть общие вопросы трудового законодательства, есть вопросы, связанные с допуском работников к работе без оформления надлежащих трудовых отношений, ну, либо оформление трудовых отношений ненадлежащим образом. Я, готовясь к программе, прочитал, как система эта устроена, да, охраны труда в разных странах. И вот в Японии у них переработками и всем прочим, там никого не удивить, вот они фанатично работают. Но и по этой же причине очень много случаев, когда и травмируются, и гибнут люди, и, самое главное, даже психологически перегорают очень сильно. Вот вопрос к вам как к специалисту. Почему наше законодательство именно выбрало 8-часовой рабочий день и настаивать на нем, и на 40-часовой рабочей неделе? Ну, вообще, в принципе, 8-часовой рабочий день, он установлен был первым. Самым очень давно одним из работодателей, видимо, насколько я для себя понимаю, как в качестве эксперимента. Это еще там 1800, если не ошибаюсь, там, в 10 или 17 году в Англии, в Великобритании тогда еще. Один из работодателей решил установить для своих работников 8-часовой рабочий день, исходя из чего 8 часов работы, 8 часов развлечений, 8 часов отдыха. Но тогда еще, понятно, исследований медицинских никаких не было. То есть просто на личном опыте он решил, что таким образом производительность труда у рабочих будет подниматься. То есть если они будут меньше работать. Раньше же рабочий день был и 10, и 12, и 16 часов у кого-то. То есть раньше эксплуатация работников, ну, более процветала, чем сейчас. Получается, у нас в Советском Союзе в 1917 году, как раз сразу после революции, отдельным декретом 8-часовой рабочий день был установлен. Это, получается, первый 8-часовой рабочий день в Европе. Потом уже после нас Европа через 2 года практически по всем странам 8-часовой рабочий день зафиксировала законодательно. Если не ошибаюсь, последняя, по-моему, Австралия это сделала, там где-то ближе к 48-м году, вот с 1 января 48-го года. Потом уже исследования, когда проводились, почему именно 8-часовой рабочий день и 40 часов рабочей недели. То есть вот к чему подхожу. Получается, что 8-часовой рабочий день для среднестатистического организма – это практически норма. То есть человек 8 часов работает, 8 часов отдыхает. То есть бодрствование, сон примерно одинаково распределяется. Нет, это просто физиологически наиболее оптимальный режим работы организма. Просто физиологически. Почему вот в большинстве организаций сейчас практикуется, это сюда же к вот 8-часовому рабочему дню, почему практикуются перерывы там, каждый там, 45 час, 45 минут, 1 час, какой-то перерыв устанавливают. Это же тоже исследование физиологии организма показывает, что в таком случае производительность труда она увеличивается. Немного отвлечься, и тогда уже более свежим силам. Да. То есть вот это отсюда идет. Вот госинспекция ведет какую-то статистику о травмах, либо гибели людей, по причине нарушения техники безопасности? Ну, конечно, у нас не просто какая-то статистика, у нас там целый статистический аппарат ведется по учету несчастных случаев на производстве, и, соответственно, каждый год эта статистика выкладывается по общему количеству производственного травматизма, потом по смертельному отдельно, по тяжелому, ну, то есть все цифры у нас на сегодняшний день практически есть. Как показывает практика, ну, скажем, у нас есть цикличность в несчастных случаях, то есть
в какие-то года их больше, в какие-то меньше. Сейчас с 2018 года вот по 2020 включительно у нас идет снижение травматизма. То есть оно там, ну, скажем, за 3 года порядка 30 несчастных случаев не произошло. То есть по нисходящей их стало на 30 меньше. Ну и по количеству погибших точно так же, оно уменьшается потихоньку. Но хотя, если мы возьмем там 2017 год, то примерно на уровне вот 2020 года показатели. То есть в 2018 был взлет, потом 2019 меньше, 2020 меньше. Сейчас посмотрим, что будет. То есть такая цикличность 3-4-летняя получается. Знаете, есть такое выражение, армейский устав и правила ПДД, они написаны кровью. Вот можно также сказать о правилах техники безопасности? Однозначно можно, потому что вот на сегодняшний день те правила по охране труда, которые есть, те, которые перерабатывались, их там большой комплекс, они практически все написаны именно на травмах, на результатах аварии и производственного травматизма. Причем, если раньше правила были по охране труда, такие талмуды большие, там по 300, по 400 листов, сейчас их постепенно уменьшают, конечно, но основное, то, что с тех правил остается, выжимки делают и в новые правила закладывают. При любом исходе все правила по охране труда, все требования по охране труда, они написаны человеческими жизнями и здоровьем. Это однозначно, то есть опыт прошлых лет, он весь в этих правилах изложен. Сергей Александрович, ну вот вы сказали, точнее мы с вами обсудили, когда работник обращается к вам, да, там, правильно оформленный и прочее. А вот если без обращения, какая-то работа ведется по контролю? Какие-то вот именно вами инициируются проверки или, может быть, как-то другой алгоритм работы? Ну, у нас несколько направлений таких. У нас, в принципе, есть плановая работа, то есть то, что мы планируем на следующий год. И потом эти мероприятия проводим. То есть количество плановых проверок у нас ежегодно от 500 до 700 по предприятиям. Причем предприятия берутся, ну, не хаотично в план включаются, а предприятия берутся, у которых за предшествующие 3 года либо случаи травматизма были, либо у нас там проверки проводились по жалобам работников. Ну, то есть есть какая-то причина для включения в план. Внеплановых проверок их тоже достаточно много. То есть у нас и поручения правительства, президента идут различные, по которым мы по отдельным направлениям проводим проверки. Сергей Александрович, было очень интересно. Всегда приятно поговорить со специалистом в своем деле. Спасибо, что нашли время. Это были 13 минут с Сергеем Остапцовым, заместителем руководителя Государственной инспекции труда в Краснодарском крае. До встречи.